Привет, ребята. Привет. Сегодня у нас лава. Сегодня у нас опыты будем делать, да? Да. Бурлящая лава. Мы что делали с мамой опыты? Молодцы. Вот такая вот для маленьких, да, вот? Химиков, да? Да. Все, открываем. Ну пойдем, садись на пол. Сюда давай. Давай сюда. Ну, давай тут. А тут ну открывай, доставай, что там есть. Опа! Вот. Это что? Это инструкция. Баночки всякие. Баночек больше ничего нет. Нету больше. То там вон еще внутри много всего. И баночка еще одна. Да, баночка тоже. Большая. И все. Да. Ну давай, сейчас будем пробовать. А перед тем, как мы начнем, ребята, нам подпишитесь и поставьте лайк нам. Да, наш? Да. Мы вам будем очень признательны. Спасибо вам за поддержку, кто нас смотрит. Да, давай начнем опыты. Да. Подложили такую вот белую листики нам. Ну, мало ли, не знаю, как оно пойдет. Папа, давай, давай, открывай. Вот эта банка большая, золотая. Чего я откручиваю? А ты ж подожди, не откручивай. Так. Доставай. Давай вот это папе. Так, это перчатки специальные. Это у нас что это такое? Краситель. И стаканчик. Краситель. Еще порошочек такой. И стаканчик. И ложечка, да, там? Да. Вот. Так, раз. Ложечка прям. Не, ложечка это мешает надо. Ну что, давай, высыпай. Так, перчатки. Кто будет одевать? Ты будешь одевать? Лея. Они большие, да, ну ладно, я одену перчатки тогда. Ну что, приступим? Да, приступим. Так, первое, значит, насыпайте в стаканчик лимонную кислоту и гидрокарбонат натрия. Тщательно перемешайте чайной ложкой. Давай чуть-чуть. О, они тут большие перчатки. Давай перчатку. Да что ж такое, ты болел, ты мой малой, да? Нет, заболел. Заболел, ну да, мы же лечимся. Так, ну ладно, давай одну перчатку. И вторую. Да, вторую будет неудобно. Да вторую еще надо так, одевать. Давай, так, когда давай. Когда мы делаем опыт, мы еще одну одеваем. Хорошо, одену. Насыпайте стаканчик лимонную кислоту и тщательно перемешайте. Так, чуть-чуть давай. Сейчас попробуем. Давай первый опыт попробуем. Чуть-чуть насыпем. Чуть-чуть. Подожди. Давай тщательно перемешиваем. Откройте банку с маслом. Высыпьте в нее. Как будто снизу. Полученную, да? Смесь. Угу. Заполните стакан водой на 2/3 и добавьте 15-20 капель красителя. Ну стоп! Давай, полей. Закрывайте банку крышкой. Так. Открываем, значит, банку с маслом. Давай тогда уже все за один опыт сделаем. Все, поехали. Так, ну что, вот мы все насыпали. Так, открываем банку с маслом. Да, я как она идет. Нет, ты воды нальешь, потом стакан подожди. Так, высыпаем в нее полученную смесь. Хорошо, что подложили. Ну вот, наливай стаканчик. Только чуть-чуть. А, ну как я чувствую, так красиво. Да? Да. О, как я чувствую. Только чуть-чуть воды. Вот сюда, вот так. Вот, правильно, пальни.
Давай. Еще. Так. Заполните стакан водой. 100-150 миллилитров. Давайте 15 капель красителя. Давай посчитаем по-английски капли. Давай. Нет. Ну давай, ты ж умеешь. Нет. Так, ну что, краситель есть? Ну давай попробуем. Вылейте содержимое в стакан. Ну давай попробуем. Оля, как пузырится. Лей, потихонечку лей. Вот она. Девочки, тут у нас такая красота получилась, да? Ну, в общем, смотрите, ребят, в общем, все у нас получилось, только надо вот снизу это все красное все перемешать. Вот, смотрите, добавляем. Красота. И вот наша лава. Класс! Ура! Получилось, да, Сямыч? Да что ж ты на кашлюка? Гляньте, как красиво. Несколько опытов делать. В общем, вот такая вот у нас красота получилась. До сих пор бурлит. Да, Семыч? Да что ж ты. А если помешать попробовать? Почти как газировка. Как вода. Не бери машину, да. Вот она наша химия, да? Да. Да, будешь хорошо учиться? Да. Машину ж убери, она сейчас выпачкается. Такая вот у нас лавка бурлящая, такая, что получается. Кстати, можно несколько раз сделать. Давай оставим, но потом еще сделаем потом. Да. Давай. Круто. Ну, давай последний раз еще ложечку добавлю. Это сам. Я, пап. На, сам. Ну, аккуратно. Давай. Ого, отец. Папа, тюмка. Красота неимоверная. Ладно, говори пока ребятам. Всем, говори пока ребятам. Пока, ребята. Пока, ребята. Подписывайтесь на наш канал, поставьте нам лайк. Будем для вас что-то еще интересное снимать. Всего пока.